мы вам покажем кобру от компании Fox. Карбоновую кобру. Очень легенькую. С нижней загрузкой. Вот так вот загружаем. Вот сюда. Вот этот вам паренек расскажет про нее. Ну-ка скажи. Она была крутая. Это что значит? Значит, метров 100 улетело. Значит, вторая улетела. А вот это вот не улетело. Это было слышно. А это разорвалось? Ты пользуешься тем, что я не снимаю, куда летит. По-другому ищет. О, видно было. Сейчас еще одну кину увидишь. Это близко я кину. Вот так вот смотри, куда сейчас она улетит. Наблюдай. Нормально? Угу. Еще. Опа. Наблюдай. Ой. Смотри. Вот куда он пошел. 130 метров. И не видно, куда упал.